Привет, ребята. Такой небольшой обзор из раздела еды. Ну, это творог в виде марки Валио. Я не понимаю, зачем они используют, если это, ну, не финская фирма Валио, а просто уже сделано где-то в Москве. Какой смысл в этом, я не понимаю. Сам творог неплохой. Для меня он мега дорогой. Ну, как видите, я его купил дешевле намного. И здесь, с другой стороны, всякие рецептики. Они решили сделать, разнообразить как бы упаковку. Запеканка, фитнес-завтрак. Но все это недоступно, все это мега дорого для основной массы людей. В общем-то, все, что я хотел показать. Пока.